Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Великий день Кирилловой кончины. Каким приветствием, сердечным и простым, тысячелетней годовщины святую память мы почтим. Не изменяй себе, великая Россия, не верь чужим родимый край, их ложной мудрости или наглым их обманом. И как святой Кирилл, и ты не покидай великого служения славянам. Эти поэтические строки Федора Ивановича Тютчева красной нитью проходят через два самых важных для нашей культуры праздника – 24 мая и 6 июня. Две эти великие даты неразрывно связаны в истории России в единое целое. 24 мая мы прославляем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И именно этот день мы называем Днем славянской письменности и культуры. 6 июня мы празднуем День русского языка. Язык и письменность. По мнению выдающегося русского ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева, эти два понятия являются едва ли не самыми важными культурообразующими факторами. Если у народа отнять право или возможность говорить на родном языке, то это будет самым тяжким ударом по его родной культуре. Если у человека отнять книги на родном языке, то он лишится самых важных сокровищ своей культуры. О богатстве русского языка можно говорить бесконечно, ведь без него не было бы нашей культуры и нашей страны, не было бы нас, граждан Великой России. Тургенев говорит о русском языке. Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Где же лежат истоки этого удивительного богатства и этой удивительной красоты нашего родного языка? И почему мы всегда объединяем два этих праздника в единое целое? Трудами святых Кирилла и Мефодия мы не просто обрели алфавит, не просто получили письменность, мы навсегда связали свою судьбу и судьбу нашей страны с великой и непреходящей ценностью, имя которой – православная вера. Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен. Утвердится, коль долго церковь российская словословием Божиим на славянском языке украшаться будет. Именно так написал о неразрывной связи нашего языка с нашей православной традицией в своем предисловии о пользе книг церковных в российском языке наш земляк, великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Трудами двух великих просветителей славянская цивилизация не растворилась, не слилась с культурой западной, а выстояла в условиях войн и нашествий, стала самостоятельным центром мировой культуры. Язык и вера. Именно на этих двух столпах выросла наша великая культура, и мы, русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары, состоялись как единая великая семья славянских народов. Русская, славянская культура не только впитала в себя сотни культур, множество народов, но и сторицей отдала, обогатила их. Через русский язык сотни народов, населяющих Россию, получили доступ к великому наследию русской и мировой культуры, развили и обогатили свое собственное культурное и духовное наследие. В современном мире сохранение русского языка и письменности стало одним из важнейших факторов сохранения нашей независимости и нашего права на свободное и самостоятельное развитие. Не случайно, уже в 1919 году, всего через полтора года после Октябрьской революции, руководством партии большевиков была поставлена задача о переводе русской письменности на латиницу. В январе 1930 года члены специально созданной для этой цели комиссии во главе с Николаем Яковлевым протокольно зафиксировали, что переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе неизбежен. Борьба с русским языком в первое десятилетие советской власти шла бок о бок с борьбой с наследием русской культуры и русской православной церковью. История все расставила на свои места. В час самых суровых и страшных испытаний русский язык опять зазвучал со своей силой и мощью. Мы знаем, что ныне лежит на весах.
и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Эти слова Анны Ахматовой услышала вся наша страна. И именно русский язык стал главным языком победы. Наши недруги сделали выводы из опыта революции и войн. И именно поэтому самые тяжелые испытания выпали на нашу культуру, нашу веру и на наш язык в 90-е годы, когда при активном участии Запада была создана полноценная пятая колонна, последовательно и системно уничтожавшая нашу страну. Насаждение чуждых нам сект и культов шло бок о бок с сознательными и продуманными действиями по уничтожению системы образования и науки, где главный удар наносился по русскому языку и русской литературе. О том, каким результатом мы могли прийти, наглядно можно увидеть на примере Болгарии или Украины, где нации отрезаются от своих корней, и на место великого наследия единой славянской культуры ставится западный эрзац, достаточный для воспитания поколений слуг. Эту угрозу, потери нами своей культурной идентичности и в конечном итоге потери нашей страны, очень четко понял наш президент Владимир Владимирович Путин. И именно поэтому год назад в своем выступлении на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку он отдельно выделил роль русского языка как важнейшего фактора развития нашей страны. Именно он, русский язык, по сути, вместе с культурой сформировал Россию как единую и многонациональную цивилизацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений, преемственность и взаимное обогащение этнических культур. И поэтому мы, граждане России, обязаны сохранить и приумножить эту великую традицию, доставшуюся нам от наших предков, от святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего!